Я думаю, что вы в России увидите те же тренды в развитии логистики, что и в Европе. С точки зрения развития технологий, вы увидите рост популярности голосового отбора, как это было у нас 2-3 года назад. Тогда рынок захлестнула огромная волна популярности voice picking, и множество компаний, особенно в ритейле, начали использовать эту технологию. Произойдет стандартизация VMS-систем, так как все они постоянно изменяются, чтобы соответствовать требованиям своих пользователей. Активное развитие получит многоканальные системы. Люди, с которыми я общался в ходе конференции, увлечены логистикой и обладают глубокими познаниями в этой области. Поэтому я думаю, вы можете существенно продвинуться вперед в ближайшие годы. Я уверен в будущем логистики в России. Моя книга о складировании и о том, как можно стать лучшим в своем классе. Я проанализировал опыт лидирующих компаний, определил лучшие стратегии и предлагаю читателям эффективный план по их применению. Я писал книгу так, чтобы главная мысль легко прослеживалась. Не обязательно быть экспертом, чтобы читать ее. Книга начинается с самых основ, отталкивается от них и переходит к анализу гораздо более сложных стадий, но при этом в простой и доступной форме. Изложенные в ней рекомендации легко применять на практике.